Наверняка ходят. Что-то ты притих. Думаю, что нам делать дальше. Может, с нами поделишься? Судя по всему, проклятые начали грызться друг с другом. И кто бы там ни победил, решили остаться и захватить Дубай. Просто кошмар. Ага. Царь Бог знает, сколько пытается все разгрести. И теперь они знают о городе все. В том числе и про Конрада. Именно. Если мы найдем агентов ЦРУ, то найдем и Конрада. Бог ты мой. Что там? Я кое-что нашел. Послушайте, включай. Ваше имя, звание и чай. Агентов ЦРУ. Отлично. Так, ну что ж, всем привет. Зато мы знаем, что один агент жив. Больше одного проклятые не зря запустили такую трансляцию. На живца берут. Так, точно. Ну что ж, привет, с вами снова Dark Space. Логично. 196, и мы продолжаем проходить игру Spec Ops в онлайн. Точнее, Let's Play. Я первый играю, в общем-то, мое первое впечатление об этой игре. Так, глава 5, по-моему, уже, да? В том время, как я записываю, в общем-то, уже, по-моему, две серии давно уже выложил, давно уже не укладывал эту игру. Скоро буду укладывать, так как, в общем-то, Resident Evil 4 завершен. Теперь параллельно с дополнениями к Resident Evil 4 буду укладывать и Spec Ops The Line. Довыкладывать быстренько, в общем-то. Ну, а потом сразу мы языка завершим Dead Space 2. Глава 5, грань. Сигнал идет оттуда, из глубины. Проклятые забросили крючок, пора вытащить. Найти спуск. Это же ловушка. Несомненно, весь город сошел с ума. Даниэлс — наша единственная надежда. А чё, красиво? Ладно, пошли. Не бываться некуда. Так, ну и туда идти надо. 30 метров осталось. Пожалуйста, воды. Зачем вы вступили в контакт с местным населением? Что? Я не знаю, о чем. Кого там, интересно, мут пытают. Похоже, агенту Дэниелсу нравится лагерь истины. Так, за мной. Что бы то ни говорил, среди ребят с нашей конторы, Дубай по-прежнему самый популярный курорт. Ого. Так, нам придется спускаться туда, видимо, да? Давайте. Прокатимся, как в стиле Mirror's Edge, только от третьего лица. От первого лица, конечно, много круче все это выглядит. Так, вы что там спускаетесь, что ли? Да, на максимальных настройках, конечно, все-таки игра лучше выглядит, чем на... Так, сохрани нас, да? Отлично. Так, ну ждем, идем, вперед. Так, ну что за оружие? А, патрон к нашему же оружию. Че, последний возьму. Бери, я украл ее у Бенсона. Да. Да пошли. Там внизу, видимо, еще их больше, наверное, да? Дробовик. Так, дробовик у меня тоже, видимо, есть. Скайвар. Фитнес-центр какой-то, что ли? Видимо, да. Извини. И на ветеране при этом еще играет, вообще круто будет. О, бежим! Фу. Давайте, убивайте его нахрен.
О, черт. Ого. Гранаты закидывают еще как нехило. Да. Охренеть. Да-да-да-да, у погибли, я знаю. Я понял. Ладно, надо быть внимательнее. Токер, Уокер любит говорить о том, что случилось в Кабуле. Ладно, почитаем, что там написано еще. Что там, конечно, случилось-то? Сейчас посмотрим, может, узнаем. В будущем. Так, глава 5, по-моему, показывали. Домоверсия-то. Так, только загружаться будет быстрее хотя бы. Хотя, может быть, из-за того, что на максималках немножко все-таки водикам будет тупить. Ладно, хотя бы с этого места хотя бы, ладно. Эй, братан, жвачка есть? Последний, держи. Черт, чего, последний возьму. Бри, я украл ее у Бенсона. А ну да, пошел он. Хах, это точно. Знаешь, из-за всей этой хрени даже забываешь, как здесь красиво. Да, и как здесь красиво, когда умрете. Как красиво вы умрете при этом, это вообще будет. Фу. Да, красиво. Фитнес-центр какой-то, видимо, да? Так, давай. Так, гранату кидать я забыл даже. Так, погоди-ка. Надо вспомнить, что-то я забыл с управлением-то. Как гранату кидать-то? А, Q. Ясно. Сейчас когда кидать гранаты будем. У нас, по-моему, их... Достаточно есть, в общем-то. 3 световых, а? Погоди, переключение к гранатам. А, вместо оружия включаться. Надо вспомнить сейчас управление гранат, хотя бы. Переключаться там. А, предыдущий колесико мыши вверх-вниз. Вот, 3 осколочных, ну вот, на них переключим. А, фитнес-центр, нифига себе. Беговые дорожки. Бежим. Yes. Она вас бросила вообще. Займите-ка этим я. Пока пробегу, пробегуся. Тихо-тихо. Так. О, тихо-тихо. Осторожно. Получилось, да, все? Блин, живучий гад. Получай. Блин, еще один живучий. А, нет, сдох. Что ж, поехали вниз спускаться. Так, кто там нас снизу нет? Посмотреть это вниз хотя бы как-нибудь нельзя. А, только сверху. Вот так вот. А, что равно красиво. Все равно красиво будет. Так, нашли, видим, да? Значит, тоже снайперов. А, вижу, вижу. Надо тихонечко. Так, присесть, давай, приседай. А, снайпер. Прицел. Тихо-тихо. Да, блин, приседай, что ты. Присесть может.
Так, пока ставим оружие. Тихо. Да, снайперка не дает поорудовать попросту. Скотинты. Дохни. Отлично. Так. Чё, как вас перегруппировать, не знаю, кого направить. Ну, кто-то живучий. Давайте не... Я... С кем разберусь, интересно. А, вижу одного. Молодцы. Так, вот с этим гадом. Давай, вылезай. Ух ты. Тихо, тихо. Так, мне то оружие хотя бы там осталось, да? Да. Кто меня стреляет, интересно? Вот этим разберитесь-ка. Снайпером, Кать. Молодцы. Так, отлично. Снайпер мы уничтожили, теперь можно на это оружие переключиться. Пошли-ка. Нам пора дальше идти. Перейдем быстро и тихо. А, черт. Вертушка. Быстро не по... Быстро, тихо, быстро не получится. Блин, бежим. Да бежим ты. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Откуда это? Фу, удалось. Надо вот туда бы. Так, мне туда сбежать, бегать, сбегать. Так, давай, давай, быстрее беги. Все, получите меня. Так, все, попнитый. Нет патронов больше. Возьму-ка это. Да. Так, тихонько ты. Спрятаться, блин, при этом. Так, тут нас помнишь валяет. А, все уже. Отлично, справились. Еще одна парочка. Так, кто-то вообще непонятно все-таки. Проклятые те, что ли? Или 33-й отряд все-таки? Нас атакует. Свихнувшись, видимо, да?
Они, наверное, от жары, у них на мозги, наверное, на бикре не поехали, поэтому они на нас напали. Вообще, на всех, видимо, нападают. Да. Ну что ж, возьмем. РПГ с собой возьму. Ладно, этот оставлю. Понадобится. Сколько людей вы привезли, агент Дэниелс? Нет, хватит мне вопросов. Я должен поговорить с Комрандом. Правда? Так, а где это? Очень интересно его мучает так. Надо быстро их найти и прекратить, да? Сумасшедшие эксперименты над людьми. Мучить не пытки над этим. Над кем-то, неизвестно кем. Кого там пытают, зараза. Сейчас мы все это прекратим. Погодите, ну куда вы без меня-то? А. Тихо, тихо. Может, что-то слишком уж... А, сейчас же будет точно веселье. Что какое будет? Сейчас начнется. Рухнули! Все, патронов нету. Это тоже нет патронов. Да блин, да вы шутите. Не патроны нужны. Давайте, вперед, давайте что там, не стревайте. Живут еще. О, музыка играет, знакомая. По-моему, как раз такой поставил заставку. Как раз, видимо, саундтрек этой игры. Прикольно, по-своему. Под ритм этой игры точно подходит. А, отлично, время в бошку. Разнос мозгов, видимо, точно обеспечен ему. Ой, сука, сам. Не получится попасть. С такого же расстояния точно. Ну, к тому... Давай. Ой, сверху, еще с другой стороны. Вижу снайпера. Отлично, патронов нету. Ах, убили. Надо было за той стороной следить, Катя. Надо было какое-нибудь другое место было убежать. Ладно. Еще развалили, да, игра по-своему все-таки на ветеране. Не так далеко. Надо здесь тактику придумывать, типа. Сейчас еще по-другому какую-нибудь придумаем. Так, значит, по-другому она будет действовать, видимо, здесь. О, быстрее бы добраться все-таки, да? Два Коннора и выяснить, что здесь происходит, естественно. Неплохой для шутера. Третье лицо хотя бы. Обычный. Так, мне патрон есть хотя бы здесь. Охренеть, ну... Да, вот этого ненавижу. Черт, как вот с тобой. Надо как-то пометить, чтобы его убили, нахрен. Не выпускали ко мне. Так, альтернативный огонь. Как его использовать, интересно, альтернативный огонь.
здесь точно, видимо, не наследник людей. Начнем литеративный огонь. А, хотя литеративный огонь, наверное, другой. Ах, скотина-то мне одним ударом убивает, да что вы не... Ой, да что ж там с этим гадом за... Камикадзе эти хреновые. Ненавижу их. Вообще, в Call of Duty World of War, по-моему, что эти камикадзе были. Ой, да. Там могли так легко спрятаться, что их фиг заметишь. В самых первых миссиях они там взрывчатыми этими с мешками бегали. Блин, это весело было. Да что это? Да блин, а... какого хрена мне не могу, мне заразу. Ай, задолбал мне камикадзе тупой. Да что же я с ним замучу так вот, а? Фу, ёпер-сатая. Я не понимаю, как его мочить, не подыхать, зараза. Надо ушком, не знаю. Не убежишь, зараза, так меня, на меня бежит. Какого хрена на меня бежит, честно, понятно. Наконец-то. Мне патрон при этом нет нифига. О, эхо полетел. Пистолет куда полетел, точнее, темпы. Это, по-моему, темпо нас, да? О, блин, еще один. О, меня чуть не завалил я. Да скотинка. Сука, вот здесь камикадзе этих хреновых. Живучие, невидимо, да, нас? Так, снайпер один, видимо, есть, да? Вижу его. Возьмите к этим снайперам. Надо кто снять. Отлично, молодца. Так. Да, что же он. Ой, гранаты, черт! Ай! Скотин, докти. Ой, гранаты, черт! Беги, беги! Да, откуда? Да, патронов нету, блин. Ой, граната. Да, блин, да. Ой. Их не так они бегут, что ли? Да, да задолбали мне гранаты кидать. Да, блин, спрятаться кто-нибудь, дадите. Ой. Патрон-то нету, блин. Да, блин, ой. Да.
Я не могу излечить его, потому что они подпускают ему. Да, это просто реально сложно. Вы несколько раз погибли в одном и том же секторе. Не хотите мне терять сложности? Нет. Я буду добивать этот момент. Все-таки надо добить его. Фу, да получится, в общем-то, все нормально будет. Так, ну давай, давай. Да, у краски патронов просто не хватает, потому что очень мало, конечно, их встречаешь. Не успеваешь всех подобрать. Думаю, отойду-ка я сюда подальше. Так, камикадзе, кажется, бежит же. Так, где камикадзе, хрен? Да! Да что ж такое? Теперь камикадзе ни хрена не бежит даже. Так. Вообще другом полный. Ой, ё, просто на что ж такое, этим стик. Так, ладно. Так, а вот и камикадзе. Говорить так. Так. Так, давай влезаем. Надо гранаты кидать побольше. О, садит как раз. Так, учитываем сзади нас. Живые, надеюсь. О, патроны. Отлично. Ладно, идем. Так, где нас все? Бегут, а, вот они. Черт, бы снайпер, конечно, не хватает. Их мухи мешают. Отлично. Че, живучий один гад. Надо быстрее сбежать. Сейчас мы тебе облегчим. Так, где еще? Будем так отстреливать. А, вот и. Там тут еще. О, с той стороны прибегли. Отлично. Фу, выжить. Ха. Выжили, слава богу. Продолжить спуск, отлично. Ё-моё, видели этого психа с ножом. Да, его с ним сложно не заметить.
Надо быть осторожны, парни вроде него опасны. Надо ускоряться, надо найти Дэниелса раньше, чем проклятые от него избавиться. Да. Это точно. Так, надо быстрее пособирать патроны, думаю. Возьму-ка дробовик. Сейчас возьму-ка патроны-ка и еще кимся. Так, где у нас? Ладно, поехали. Нам пора. Снова покатаемся, как в стиле Мира Сетши, только от третьего лица. Так, они там сзади... А, поехали. Фух. Отлично. Было весело. Так, ну, это все место знакомое, это, да? Демо-версия, как раз все это было. Ого, как красиво. Проклятые, они же вроде герои, но с пытками переборщили, конечно. Вот если этот же у них из-за главного, ничему не удивлюсь. С чего ты взял? Кажется, я его знаю. Кабули с 33-м ездил один странный журналист. Не хотел бы столкнуться с ним в бою. С ним не общался, но полковник очень ему доверял. Я не понял, с чего бы. Похоже, доверие не довело до добра. Так, с чего ты решил, что он? По голову. По голосу, такое ни с кем не спутаешь. Сигнал пока тухлый, надо спуститься ниже. Что, спускаемся? Сейчас спустимся. Так, что у нас интересно? Написано. Ларс. Не пойму, что написано вообще. Но стрелочки показывают ту сторону. Видимо, какое-то, не знаю, направление, что ли. Ого. Все трупы уже. Прям скелеты какие-то обгуданные. Точнее, не знаю, как называть их можно вообще. Да. Можно заблудать попросту, куда идти, непонятно. Потеряешь просто. Потеряешься, да? О, это что за нас книги валяются? Так, а мы отсюда вообще шли? Я бы запутал, так мог. Так ли это запутал в демоверсии? Куда идти? А, кажется, все правильно идем. Впереди дверь, наверное, выход. А, ну туда значит. Как пыльно-то. Ладно, идем. Фу, с бога, давай. Вот. Yeah.